С верой в спорт. Добрый день, это программа «С верой в спорт» и микрофона Вера Власова. Сегодня мы говорим о, пожалуй, самом важном явлении, о том явлении, без которого не обходится ни одно, практически ни одно спортивное мероприятие. Это спортивное волонтерство. И сегодня у меня в гостях команда проекта «Мы спортим». Это Евгения Куликова. Добрый день. Владислав Корюгин. Здравствуйте. Артем Волковский. Добрый день. И Павел Ананин. Добрый день. Здравствуйте, ребята. Спасибо большое, что пришли в такой большой дружной компании. Так давайте разбираться, во-первых, что же такое волонтерство? Потому что в моем понимании это то, что ребята, взрослые, дети, неважно, делают бесплатно, да, и при этом получают какой-то кайф от этого всего. Так ли это на самом деле? Да, ну, Павел, поясните, да, давайте, пожалуйста. Я вначале немножечко перехвачу инициативу на себя. Ну, в принципе, задавая вопрос, сами ответили на него. Волонтерство — это когда различные люди, да, получают кайф от того, что являются полезными для людей, для общества, понимают, что они являются частичкой большой команды, единый дух, единое мероприятие, единая цель. Это прекрасно. Ну и возможность еще, конечно, хорошо, интересно провести время и познакомиться с новыми, приятными, интересными людьми, получить опыт. Они тоже бывают бесценны, и не обязательно за это получать деньги. Ну, а о всяких бонусах, которые сопровождают работу волонтеров, мы еще в процессе программы, я думаю, что подробнее расскажем. Да, как Павел отметил, вот он, когда говорил определение, да, волонтерство, он сказал, в первую очередь, это кайф. Это я про деньги все сразу? Да, вот Павел отметил кайф, который вот люди, собравшись вместе, делая какое-то общее дело, вот именно такое комьюнити, сообщество, которое получают люди. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Мы спортим». Да, вот у вас здесь четверо, но я так понимаю, что команда на самом деле преогромнейшая. Да, все-таки прошлый год у нас год добровольчества в России был. И, естественно, что я так предполагаю, под этой эгидой, под этим девизом собралось очень много неравнодушных людей, которые делали здесь, в Кировской области, хорошо, большие дела. Да, кто чем занимается, ребят? Да, Евгения, давайте с вас начнем. Ну, я представляю такую роль, как контент-менеджер проекта. Контент-менеджер, то есть сопровождение в соцсетях. Да, все верно. Угу. Ну, в первую очередь я начинала с того, что делала онлайн-сопровождение мероприятия. Угу. Сейчас мы включаем новых людей в этот процесс, и мы формируем, так скажем, медиагруппу, которая как раз будет этим делом заниматься. Также я создаю макеты для группы ВКонтакте. Все, вот что вы видите там, это делаю как бы я. Сразу же, что за группа ВКонтакте? Как ее найти? Спортивное волонтерство Кировской области. Угу, можно в любом поисковике забить, наверное, да, и сразу же туда вывезет. Да. Угу. А давайте сейчас вот кратенько с каждым из вас познакомимся, а потом поговорим в целом о проекте и о спортивном волонтерстве в Кирове. А, Владислав, вы чем занимаетесь? Я развил проект. Мы с Павлом Речем так координируем всю эту деятельность. Если Павел Речем занимается больше представительскими функциями, то есть ходит на совещания, на оргкомитеты и представляет, отстаивает наши права и интересы, то моя задача – это координировать всю нашу большую команду, организовывать, пробывать службы, пробывать трудно, но самое главное, что мы все делаем одну большую цель, мы обеспечиваем, повышаем уровень проводимых соревнований. Угу. Это самое важное. То есть вы, по сути, руководитель, координатор, и направляете всех ребят, да, которые в обществе состоят. Да, мне это интересно делать, есть потенциал, я кайфую от того, что я делаю. Да, вот интересную тему мы сейчас с вами затрагиваем, что вот спортивное волонтерство и, в частности, ваша команда – это своеобразная такая отработка ролей, которые каждый человек готов на себя взять. Да, вот Евгения занимается средством массовой информации, да, public relations, да, вот все, что с этим связано. А Владислав занимается контролирующими какими-то направлениями. А Артем Волковский. Да, Артем, вы чем занимаетесь? Я главный фотограф проекта. Главный фотограф проекта. Да. Одна из наиболее, наверное, важных составляющих, потому что без фотографа, вот как раз человек, который запечатляет все яркие моменты, да, о мероприятиях мы еще поговорим, потому что там в спорте вообще очень сложно поймать важный момент, острый момент. И вот, видимо, Артему это удается делать. Пока еще работы ваши не видел, но с удовольствием посмотрю. Так, ну и Павел, как нам уже сказал Владислав,
Да, глава этого всего представительский. Нет, глава все-таки Владислав, он немножечко скромно так о своей роли рассказал, причем начав с меня, хотя как раз моя роль-то в этом во всем и наиболее скромная. Я являюсь в том числе заместителем директора Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Соответственно, в рамках своей персональной деятельности координирую ряд проектов, в том числе и социальное волонтерство. Ой, извините, спортивного. Но оно социальное, да? По сути, да. Это оговорка по Фрейду, да? Соответственно, ребята максимально самостоятельные. Я хочу им сказать вот сейчас, воспользуясь случаем, огромное спасибо за то, что они большой пласт работы действительно делают самостоятельно. Мы вот, например, работая на кафедре молодежной политики, абсолютно уверены, что свобода для студентов, разумных. То, что называется свобода, это такое очень сложное понятие. В разумных условиях делает на самом деле чудеса. Ребята, мало того, они уже начинают выполнять, например, представительские функции, уже самостоятельно посещают, например, заседания. То есть делегируете уже, есть кому конечно, делегировать. Есть уже ответственные ребята, которым можно безбоязненно эти функции передавать. Они, например, находятся на совещаниях у министра спорта и молодежной политики. Они тесно общаются со средствами массовой информации. Они общаются с партнерами, в том числе и с информационными там, спонсорами и так далее, и так далее. А мало того, что меня очень радует и греет, они сейчас еще занимаются новым направлением организации такой образовательно-просветительской деятельности. Их никто не заставляет. Угу. Эти ребята сами свой накопившийся опыт передают другим. Договариваются с областным дворцом молодежи, используют площадку, проводят свои мастер-классы, рассказывают, как рассказывать о мероприятии. Что это в себя включает? Мастер-классы, мероприятия, культуру. Соответственно, волонтеры, которые присоединяются к нашему движению, имеют возможность не только побыть на мероприятии, посмотреть его, в том числе там и бесплатно, и чаек попить на этом мероприятии, но в том числе и получить интересные важные навыки, в том числе SMM-менеджера, в том числе фотографа, в том числе у нас есть очень большой ряд функций, там волонтеры-медики с нами очень тесно сотрудничают. Отдельно у нас волонтеры, которые занимаются там контролем безопасности и так далее, и так далее. И есть возможность свои функции, в данном случае свои компетенции прокачать. Это очень важно, очень интересно. Моя роль здесь просто координатор, в данном случае советника, если можно так сказать. Если какие-то сложные вопросы возникают при общении с организациями, либо мы пока не понимаем, куда нам там лучше двигаться вперед или как что-то делать, возможно, мое мнение там является важным и нужным, но оно наравне с тем, что высказывают ребята, и у нас в такой, у нас, естественно, есть общий чат, в такой демократичной, я надеюсь, по крайней мере, форме мы обсуждаем различные предложения. Если ребятам не нравится мое предложение, они вправе отказаться. Знаете, это нормально. В некоторых случаях некоторые сообщества делают так, что создают отдельный чат без руководителя. Да? Вот, кстати, интересно было сегодня выяснить, есть ли такой чат. Ребят, есть такой? Нет. Давайте я выйду, я не ответил. Но Павлович верно подметил, у нас основные тут два, можно сказать, позиции. Первая — творческая свобода, то есть мы не ограничены. Мы что считаем нужным, то и делаем. Это большой плюс, потому что, в принципе, у нас нет никаких ограничений, нет рамок, и мы хотим проводить мастер-классы, мы проводим. Мы считаем нужным внести какие-то изменения, инициативы, что-то создать, мы это делаем. Пускай бывают иногда ошибки, бывают неудачи, но мы же все молодые, будущее, мы все пробуем. И второй момент – универсальность. У нас словно есть определение РИ, то есть я руководитель, куратор, пресс-служба, но, в принципе, мы на каждом мероприятии друг друга подменяем. Угу. Есть также у нас волонтеры, которые могут стать кураторами. Мы ввели такую систему. Если более 6 мероприятий, они переходят так называемый третий уровень. Испытательный срок прошли, получается, да, теперь можно. И они могут стать кураторами сопровождения. У нас уже 4 человека в таких функциях побывали. Угу. Поэтому все это распределение по ролям, это условно. Угу. Да, мы давайте за то, чтобы был универсализм. Вот, это важно, на самом деле. И тенденции современного общества диктуют те правила, что человек должен для своего какого-то успешного функционирования в обществе обладать сразу многими функциями, многими навыками. Да, и на самом деле вот это вот общество, которое вы создаете, черты, еще раз для слушателей подчеркну, что первое – это демократия, да, что каждый имеет право голоса, каждый имеет возможность
возможность выступать, добровольность, да, вот как раз все-таки волонтерство, добровольческой организации, что к вам приходит сознательно, с осознанием того, какую пользу я этому обществу могу принести. Обществу как минимум и вот какому-то всему вот этому окружению, да, Кировской области, городу Кирову, стране, в конце концов. Да, забегая вперед, упомянем, да, что наверняка многие из вас были на ВФМС в Сочи в 2017. Ну, как сказать, многие. Я присутствовал. И ребята меня поддерживали. Да, ну у нас довольно-таки большая группа была волонтеров, по-моему, человек 100, если не ошибаюсь. Да, волонтеров 100 человек было. Ну, я был в качестве участника, поэтому по относительно деятельности волонтеров на фестивале ничего не могу сказать, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Да, но... да, мы сегодня говорим о спортивном, спортивной составляющей волонтерской, и мы спорт-тим, команда сегодня у нас в гостях, повторяю. Про дела ваши мы уже много так немножечко вскользь упоминали. Давайте говорить теперь конкретно. Что за мероприятие? И вообще, в связи с чем вы организовались? Да, за эфиром Павел начал рассказывать мне интересную историю. Почему появилась команда «Мы спортим»? Павел, расскажите, пожалуйста, для слушателей. Все началось еще в конце 2017 года. На самом деле, несмотря на то, что я постоянно живу и работаю в городе Кирове, я родом из города Вятские Поляны, из прекрасного, красивого города на юге Кировской области. И вот как раз в конце позапрошлого года пришла новость о том, что в этом городе пройдет чемпионат Европы по ледовому спидвею. Очень статусное и высокое мероприятие. Впервые для Кировской области. Впервые вообще, да, для Кировской области. Никогда такого не происходило, к сожалению, но, к счастью, уже прошло. И мы с активными гражданами города Вятские Поляны, в частности, вот со Светланой Олеговной Овсянниковой, она является руководителем волонтерского корпуса лицея, обсудили вообще возможности, как бы нам помочь волонтерами, которые уже определенный потенциал которых уже был накоплен в этом большом спортивном мероприятии. Там было ряд предстоящих еще перед чемпионатом Европы соревнований Кубок России среди юношей, просто Кубок России среди обычных, среди гонщиков, не юношей. И, соответственно, мы отработали схему взаимодействия с органами государственной власти, с организаторами, предоставили волонтеров, обсудили, какие функции вообще впервые могут быть вообще в спортивном волонтерстве, на спортивном мероприятии. Набрали все это через систему «Добровольцы России», отработали тоже систему здесь. Система «Добровольцы России» – это единый реестр. Да, единый реестр, обязательно мы ее использовали. Вот как раз мы знания, например, в профессиональной деятельности по организации работы с молодежью, здесь мы непосредственно внедряли на практике. И получилось так, привлекли спонсоров, у нас был единый внешний вид. Вы сами привлекали спонсоров? Да, сами привлекали спонсоров, единый внешний вид, там, на условиях там, их брендирования, у нас все волонтеры, соответственно, были свои амуниции. Получилось очень красиво, получилось успешно, были максимально положительные отзывы как от граждан города Вятские Поляны, зрителей, гостей, организаторов, спортсменов. У нас даже были свои волонтеры-переводчики, на самом деле, уникальные функции. Мы даже проводили собеседование, отбирая компетентных ребят. И мы поняли, что этот опыт нельзя растерять. А мало того, его нужно еще и развивать. Сохранять и развивать. Сохранять, да, конечно. Хорошо, и мы начали выходить уже в том числе и на Министерство спорта, молодежной политики, на различные федерации, спортивные федерации, предлагая там возможности волонтерского сопровождения. Также параллельно мы презентовали нашу идею во всех возможных форумах. Вот Владислав, например, был на территории смыслов на Клязьме в прошлом году, презентовал идею. Я был на Тавриде, на Байкале. В итоге мы писали заявки на грант, и одну из заявок у нас утвердили, и мы получили грант в размере 250 тысяч рублей, что позволило нам, вот, к сожалению, наши радиослушатели не видят, но ребята в единой форме, в едином бандероне. Да, у Евгения и Артема жилетки очень красивые, яркие. Да. А, и у Владислава да, тоже. Да, да, это все... руководительская, да, у вас? Да, можно так сказать. На самом деле, наоборот, у родителей вот такие жилетки, чтобы разнообразить, чтобы видели... Наглядно. То есть то, что называется тим, это команда. Да, команда, да. И вот, соответственно, получив все эти возможности, мы сейчас можем для организаторов под ключ, ну, с минимальными расходами с их стороны, ну, на бундирование, например, нет необходимости, там, на набор ребят и так далее, на обучение, проводим волонтерское сопровождение спортивных мероприятий. И, как оказалось, это очень востребовано. Ребята проводят у нас от
2, иногда даже до 4 мероприятий в неделю. Угу. Это очень тяжело, понимая, что еще ребята, во-первых, учатся, во-вторых, конечно, это делают они бесплатно, угу. Да, и так далее, и так далее. Но самое главное, что это пользуется востребованностью как среди организаторов, там, органов исполнительной власти, так и среди волонтеров. У нас постоянно очень высокий конкурс на то, чтобы стать волонтером, там до 3 человек, до 4 человек на место иногда происходит. И мы вводим специальные критерии, но максимально объективные, чтобы никому обидно не было, для отбора волонтеров. У нас есть разработана очень интересная система мотивации, наверное, чуть попозже расскажем. Вот. Но вот так, таким образом зародился проект, и он как-то сам самостоятельно, в том числе, конечно, при активном участии ребят, если бы не их желание, то ничего бы не развилось, начинает жить, дышать, и это сейчас действительно сам дополняющая себя система, которая прекрасно работает, функционирует. Ну, понятно, есть разные там тонкости, есть куда стремиться, есть куда развиваться. Но я очень горжусь, что вот пришлось поработать с такими ребятами. Самое главное, от лица преподавательского состава, хочу сказать, в том числе и наши студенты, вот гордость берет то, что ребята могут обучаться не только где-то в лекционном формате, на практике, они учатся организовывать деятельность. Это, что называется, в полях уже, непосредственная работа. Да, большинство ребят, например, у нас с направлением подготовки организации работы с молодежью, здесь просто для них идеальная практика по организации работы как раз с волонтерами, они преимущественно молодежь. Давайте, Павел, дадим вам передохнуть. Да, и поговорим с ребятами. Давайте, вот очень хочу узнать, как каждый из вас пришел в эту команду и как давно вы пришли. Давайте, Евгения, по традиции уже с вас начнем. Как давно вы в команде и почему именно это направление, и на кого вы учитесь? Я учусь на организатора работы с молодежью. Угу, как раз вот как Павел говорил. Да, все верно. И пришла я в прошлом году, получается, ну, где-то перед летом. Вот так вот. То есть первое мое мероприятие — это был дуатлон. Угу. А традиционный летний дуатлон, который в июне, если не ошибаюсь, проводится? 12-го. 12 июня на День города. Это бег и велосипед. Да, все верно. Тоже мне как-то удалось поучаствовать в этом. Потрясающее ощущение. На Октябрьском проспекте у цирка, если да. не ошибаюсь. Угу. Вот именно там я попробовала первый раз себя в роли СММ. То есть вы сразу пришли и решили, что вы будете сопровождать в качестве СММ-чика? Нет, мне предложил эту роль Владислав. Угу. Я, конечно, странно отнеслась к этому предложению, но я решила, почему бы мне не попробовать, и да, все получилось. Ну, это, опять же, по моему мнению, мне нравится то, чем я занимаюсь. И, в принципе, я, если говорить о том, что я занимаюсь оформлением группы, я этим уже занималась до этого времени, и тут я нашла прекрасное применение своим способностям, и я могу... И развитие. Да, очень хорошо самореализоваться в этом плане, что я сейчас и делаю, этим и занимаюсь. Евгения, каковы нюансы вот освещения подобного рода мероприятий, спортивных мероприятий? Насколько я понимаю, ваша одна из основных задач — это собрать людей, пригласить людей, чтобы они посмотрели, как это все происходит. И участников, конечно же, правильно? Этим вы занимаетесь? Нет. Ага, ну, это отдельные есть, люди? В какой-то степени я, да, этим занимаюсь, если я буду занимать пост руководителя на конкретное мероприятие. То есть у нас, ну, меняется вот это все дело. Если речь об СММ-сопровождении, то моя задача — это подготовить посты ВКонтакте, то есть информационное обеспечение мероприятия. То есть до мероприятия, на самом мероприятии и после? Да. То есть я могу это делать как до, так и на мероприятии сразу сидеть с ноутбуком и онлайн. Угу. То есть Артём сделал фотографию чудесную, быстренько прибегает, вам скидывает. Да, нашу систему. Да, слышала так, мы знакомы с такой системой. А здесь главное, опять-таки, скорость и интерес. Да, и чтобы постоянно быть на связи, постоянно быть в гуще событий. Это очень круто. Получается? Ну, я думаю, что да. Но это тяжело, потому что вот как раз недавно я проводила обучающий семинар по СММ-специфике спортивного волонтерства. Так. И там я рассказывала как раз вот об этих всех нюансах. И если это все послушать первый раз, то есть это сразу было 2 часа такой интенсив, так скажем, люди, конечно, ну, немножечко были удивлены, какой объем работы у СММ. Ну, я перечислить сейчас вот кратенько. Не на 2 часа, конечно. Ну, смотрите, это подготовка постов. Это, ну, для начала это подготовка плана, контент-плана на определенное мероприятие. Потом это текст для каждого поста. И
там есть свои фишки, то есть упоминание каждого волонтера, это у нас обязательно, это тоже какое-то время занимает, дальше это нужно фотографии туда, под посты загрузить. То есть это... Подобрать, загрузить. Да, да, все это занимает очень много снять, времени. Снять, да, фотографии. Плюс мы еще ввели новую соцсеть, ну, для нас новую, это Инстаграм. То есть, ну, не сеть новая, точнее, мы создали аккаунт. Осваиваете, да, Инстаграм, что завозите. Да, и сейчас в работу с моим сопровождением входит еще работа с Инстаграм. А до этого был только ВКонтакт? Да. Впереди одноклассники были. Говорят, одноклассники, это хорошо звучит. Да не наша целевая аудитория. Ну а как же спортивное долголетие? Серебряное волонтерство. Серебряные волонтеры, кстати. Мы привлекали их в нас. У нас тоже есть опыт работы. Да, ребята, какой возраст у вас самые младшие ребята, да, кто с вами работает и самые старшие? Так, сейчас скажу. Самым младшим это было... 14 лет. Да, мы, конечно, стараемся брать, ну, в первую очередь, дабы есть разные юридические риски совершеннолетних волонтеров. Но, например, если мы проводим мероприятия в районах, а мы проводим мероприятия в районах, мы не ограничиваемся городом Киром, там, к сожалению, возможностей привлечь молодежь не так много. Ну, к тому же ведь очень хочется ребяткам тоже. И очень хочется ребяткам. Молодцы. Естественно, мы там просим разрешение родителей обязательно письменно. Да, обязательно руководитель волонтерского отряда присутствует на мероприятии и так далее. Обязательно мы консультируемся при отборе, например, тех или иных ребят на мероприятия. Поэтому там, по-моему, даже ребята были и 12 лет, там на таких менее сложных функциях. И так далее, и так далее. А самые старшие волонтеры, ну, мы не скромно, конечно, возраст спрашивать, да, но вот, например, на чемпионате... На скидку так. На скидку, но это люди уже пенсионного возраста. Абсолютно точно пенсионного возраста. За 60 вот у нас на чемпионате Европы были, да, волонтеры. Класс. Причем они регистрировались, они ехали с нами. У нас ехала молодежь, и вот волонтеры постарше. Это было прекрасно, это было мило. У них был уже опыт какой-то? У них был в том числе опыт, потому что чтобы к нам попасть, ну, понятно, у нас финансовых средств не так много, чтобы мы баннеры, афиши, плакаты делали. Естественно, каналы распространения – это социальные сети, прежде всего. Ну, и среди своих, наверное. Ну, среди своих, ну, в основном социальные сети и добровольцы России. Вот очень много оказывается, но не то чтобы много, но достаточное количество серебряных волонтеров там зарегистрировано в Кировской области. И они отслеживают, мониторят информацию и в том числе принимают участие наравне с молодыми, особенно если есть возможность куда-то выехать, поехать, они с огромным удовольствием к нам присоединяются. И у нас тоже есть опыт, и для нас это тоже прекрасный опыт работы со старшим поколением. Мы открыты для всех. Всех тут переплюнут, да, да, со, да, своей нет энергетикой. Нет никаких ограничений. Их очень удобно, их опыт использовать в деятельности. Это очень прекрасно. Да, да. Но вернемся к нашим функциям команды «Мы спортим». А на очереди у нас Артем Волковский, главный фотограф, да, насколько я понимаю, команды. А, соответственно, главный фотограф всех спортивных мероприятий, которые сейчас происходят в Кировской области. Это правда? Ну, не всех, не все удается попасть, потому что, ну, опять, да, же, этим, надо и нужно предоставить возможности другим волонтерам проявить себя. И поэтому сейчас я больше стараюсь заниматься волонтерами, нежели самому приходить и фотографировать данные мероприятия. То есть вы уже на правах старшего товарища обучаете молодых, да, ребят, да, вот именно искусство фотографии, как ловить момент, да, и именно тот самый напряженный, острый. Когда вы в команде? Вот вместе с Евгением мы присоединились во время дуатлона. Время дуатлона. Тогда и появилась, в принципе, вся пресс-служба. То есть я была единственным фотографом, Евгения была единственным СММ. Такая сплоченная команда. Зато, да, наверное, функционировала очень быстро. Да, все. И решения сами принимались, да, как правило, говорю, что все уже. Все сами, ребят. Давайте, творите. А на кого вы учитесь? Почему именно фотографом решили стать? Ну, здесь у меня немножко будет абсурдно и непонятно, почему так получилось. Ой, это классно. Но всегда классно это происходит. Вообще, я будущий специалист по социальной работе. На фотографии я занимаюсь уже, наверное, лет 7. То есть это ваше хобби? Да, хобби. Очень люблю фото и видеосъемки. Расскажите, пожалуйста, вот как Евгений нам рассказала про нюансы работы СММщика на спортивных мероприятиях, нюансы работы фотографа. Ну вот буквально вчера мы интерес? Проводили воркшоп тоже по специфике фотоотчетов спортивных мероприятий.
Есть тоже соответствующие нюансы при фотоотчете. То есть настройка фотоаппарата правильная нужна, чтобы уловить кадры. Есть такое понятие, как чимпинг. То есть, когда фотограф сразу после того, как сделал кадр, смотрит в ЖК-монитор и, соответственно, отвлекается от процесса спортивного мероприятия. Это плохо тем, что он, во-первых, может упустить какой-то интересный кадр, во-вторых, он может получить травму, потому что в него может прилететь тот же мяч или в него может попасть какой-нибудь спортсмен и сбить. Очень важный фактор, да, именно безопасность самих волонтеров на мероприятии. Ну, я надеюсь, что мы еще об этом успеем поговорить. Ну, и из таких еще самых главных, это, наверное, то, что нужно всегда приходить заранее, определять позиции и подбирать нужные ракурсы для фотосъемки. Наверняка еще побегать приходится, да, с точки на точку? Да, побегать приходится очень часто. Поэтому спортивный волонтер, тем более фотограф, это и спортсмен, наверное, в том числе, правда? Да. Плюс ко всему нужно передавать постоянную информацию СММщику, убегать обратно, фоткать, возвращаться, опять передавать информацию, опять убегать. Работы, в принципе, много, но она проходит очень быстро и незаметно. Незаметно, да, это самые напряженные моменты. А какое мероприятие, на которое вы присутствовали, спортивное, до которого вы сопровождали как фотокорреспондент, наиболее ярко сохранилось в вашей памяти? Где можно посмотреть будет самые яркие кадры? С какого мероприятия? Ну, больше всего мне нравится ходить на баскетбол. Вот Лига АСБ и Лига ВТБ. Вот завтра... Завтра. Да, мы записываем. Программа записана, до 17 марта будет мероприятие. А почему не баскетбол? Ни гонки, ни дуатлон, ни беговые какие-то соревнования. Ну, с дуатлоном мне не сравнить, потому что я там не бывал. Ой, с мотогонками не сравнить. Прошу прощения. Зрители заряжены. Очень много... Болельщики. Да, болельщики заряжены, поддерживают команды. Плюс баскетбол – это очень такая динамичная игра, постоянное движение, какие-то травмы, очень интересные кадры, потому что те же волонтеры-медики оказывают медицинскую помощь. А для нас в первую очередь важно запечатлеть работу волонтеров на мероприятии. В том числе, да. То есть помимо самого мероприятия вы еще показываете работу свою и своих коллег, да, волонтеров-медиков, в частности. Специфика нашего фотоотчета в том, что 70% кадров – это работа волонтеров. Остальные 30% – это освещение мероприятия в целом. Это важно. Это по условиям гранта или вы самостоятельно такую систему? Нет, мы на самом деле, вот используя наш опыт, уже освещение, ну, конечно, у нас в основном здесь представители средств массовой информации, да, если можно так сказать, медиа, но у нас большая команда на самом деле, и там больше функционала. Но действительно, вот этот опыт, который мы наработали в рамках нашей деятельности для того, чтобы максимально быть информативными, интересными для волонтеров, для ребят, вот ребята пытаются не только аккумулировать, вот как сейчас кажется, да, ну и потом передавать другим. На самом деле это уже отработанные знания. Мы к этому вышли в результате нашей деятельности, а не то, что нас это кто-то требует. Вот. И на самом деле эффект есть. У нас растет число подписчиков, у нас растет число волонтеров. В данном сколько случае. Сейчас волонтеров? Но сейчас у нас очень разработана система мотивации. Здесь вот когда так, вы задаете вопрос... Вот про это, да. Самое интересное. Да, с двух позиций могу вам ответить. Ну, можно я тогда про мотивацию начну? Конечно, давайте. А потом тогда мы перейдем к ответу, сколько у нас волонтеров. Сейчас, внимание, мы услышим, за что все-таки трудятся волонтеры. Да, и я больше скажу, это такой инсайт. Так, никому не скажу. Да, хорошо. Очень много на самом деле мы делаем для волонтеров. Первое, о чем мы с вами говорили. Это наша команда. Этого вот наша команда, да. Ну, понятно, что возможность удовлетворить свои нравственные ценности, нравственные потребности, там, самоактуализации, самореализации, все понятно, вот этот кайф, который мы с вами обсудили, он очевиден. Но помимо этого, например, ребята стараются не зря, ребята создают определенный хайп.
например, возможность увидеть себя на социально полезной деятельности, на фотографии в социальной сети, использовать ее. То есть это личное продвижение. Конечно, обновить новую аватарку в новой красивой форме с новыми друзьями. Почему бы нет? Да, и есть возможность познакомиться с новыми людьми. Кто-то может себе вторую половинку найти на спортивном мероприятии. Кто-то первый. Кто-то первый, да. Поэтому кто-то себя может обрести в этом отношении. Вот, это тоже очень важно. Естественно, мы все мероприятия обязательно проводим через Федеральную систему добровольцев России. Ребята обязательно получают запись в электронную книжку волонтера. Они нарабатывают часы, потом могут их использовать в качестве своей там, трудовой деятельности, в качестве поступления в университет, кто, например, школьники, или, например, зарабатывая дополнительные баллы для повышенной стипендии, если кто учится в университете. То есть это не проходит, по крайней мере, бесплатно для волонтеров на самом деле. Своеобразный такой дневник, да, куда относятся все достижения волонтеров. Часы и оценка. Да, и они могут монетизировать на самом деле это все. Ну и помимо этого у нас есть... Ребята так переглядываются, как первый раз в этом смысле. Им не удалось, видимо, в этом семестре монетизировать. Или слово новое услышали. И еще интересна у нас такая система, инновационная для нас. Это наша идея, кстати, которую у нас пытаются перенять уже другие волонтерские организации. Это интерактивный бейджик. Вот на Владиславе он сейчас находится. Бейджик представляет собой информацию, прежде всего, с фотографией. Здесь штрих-код. Да, и здесь штрих-код на нашу официальную группу. Здесь есть ID, который обозначает ID в добровольцах России. Да, с обратной стороны есть возможность наклеивать наклеечки. Мы делаем на каждом мероприятии маленькие наклеечки. И ребята, участвуя в мероприятиях, клеят себе на бейджик. Эстафеты, бокс Кубок губернатора, лыжи декабря 18-го. Соответственно, три мероприятия. Спидвей, картинг, баскетбол. Вот картинг у вас в этом году, да, был? Финал еще баскетбольный. Да. Свифтмен. Да, ребята проходят три мероприятия и переходят на следующий уровень. Первый, второй, третий, да, и так далее. Указаны уровни. Да, и указаны, соответственно, уровни, начиная с первого по пятый. Но мы сейчас еще будем модернизировать нашу систему. Мы, когда ее запускали, не знали, что такой большой спрос будет и такое большое количество мероприятий, что у нас так быстро бейджики будут заполняться. Вот, и, соответственно, ребята там могут... Там теперь будет книжка, да, наверное, специально. Да. Мы чуть-чуть будем усложнять переход с уровня на уровень. Ну, усложнять с точки зрения количества мероприятий. И ребята, повышая свой уровень, они повышают возможность, например, поучаствовать в образовательных мероприятиях, они повышают возможность быть не только волонтерами, но и организаторами. У нас есть специальный пул ребят, которые являются членами нашей команды. Мы им можем предложить, например, возглавить проведение волонтерского сопровождения спортивного мероприятия. Естественно, мы берем ребят только из тех, у кого высокий уровень. И ребята, соответственно, могут принимать и в других мероприятиях участие. Например, вот спортивные там, тренировки Влад активно проводит, организует и так далее. Это дает определенные бонусы, но при этом другие ребята, которые только начинают или имеют первый уровень, ничего не теряют. Они имеют равные права на участие в спортивном мероприятии. Мало того, мы закладываем 30% обязательно на каждое мероприятие, чтобы у нас были новички в этом количестве. В этом соотношении, обязательно обновляя, дополняя нашу команду волонтеров. Ну, если, конечно, столько зарегистрируется в качестве желающих. И все это позволяет создать вот такую комплексную систему по мотивации ребят, чтобы им было интересно, им было полезно. Естественно, мы договариваемся еще с организаторами, чтобы были благодарности и грамоты. Обязательно, если на улице, то питание, горячее питье, чай, бесплатный там по возможности трансфер, но не всегда получается, не всегда есть такие возможности у организаторов, но так или иначе. Ну и плюс пытаемся защищать интересы волонтеров, потому что не все всегда правильно и грамотно представляют, для чего волонтер. Многие считают, что это просто вот служащий, который пришел и должен сделать все, например. Все, что захочет организатор. Понятно, что мы можем там защищать людей, защищать наших волонтеров, если их начинают там принуждать против их воли там прибираться, убираться, мыть полы, таскать, особенно девочек, тяжелые вещи, как передвигать там ограждения и так далее, и так далее. Тоже это часто бывает. Но надо сказать, что вот благодаря опыту взаимодействия с различными субъектами нас начинают понимать, нас слышат, нам предлагают интересные, важные функции. Кстати, мы еще одна из форм, например, мотивации волонтеров – это
это важные, интересные, новые, самые главные уникальные функции, которые позволяют их раскрыть. Так, да, да. Ну вот мы сегодня об этом уже поговорили, что эти знания, тот опыт, навыки, которые получены в ходе волонтерской деятельности, можно будет и нужно будет применять в своей будущей работе. Чуть-чуть добавлю. Вот была интересная функция. На велосипеде нужно было ехать за бегущими и по рации сообщать, все ли хорошо. У нас желающих было очень большое количество бесплатно покататься на хорошем. А это где такое было? На велосипеде на Кроссе Нации. На Кроссе Нации в городе Кирове мы... Это осенью было, да? Да, мы в 7 районах одновременно проводили, а в Кирове была такая функция велосопровождения. Угу. На Вятских холмах тоже такое делали в прошлом году? Да, 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 вот аналогичный опыт. Но мы Вятские холмы пока еще с ними не сотрудничали. Они набирают свою команду волонтеров, но мы всегда готовы и открыты. Они будут иметь в виду это. Да, к сожалению, время нашей программы заканчивается, но сам много чего не успели. Мне очень хотелось на конкретном мероприятии, на чемпионате мира по льдолазанию, в частности, рассмотреть, вот как эта вся система работает, насколько она большая, объемная, но эффективная эта система. Я думаю, что мы в будущий раз с вами это обязательно сделаем. И сейчас давайте расскажем, если вы принимаете в свои ряды новых добровольцев, активных, интересных ребят, да, взрослых и детей, да, вот как мы выяснили, что все-таки можно будет как-то тихонечко к вам постучаться, прорваться. Как это можно сделать? Как вас найти? Кому написать? Куда позвонить? У нас есть паблик ВКонтакте, спортивное волонтерство Кировская область. Мы публикуем всегда посты о наборе. У нас все шаблонно, и там приписана инструкция, что нужно сделать волонтеру, чтобы попасть на наше мероприятие. Угу. Первое – это регистрация на сайте Добровольцы России. Второй пункт, мы сразу скидываем ссылку на само мероприятие, куда люди переходят, и там расписаны все роли и подробное описание, время занятости и определенные требования к волонтерам. Угу. Третье, у нас такая система, что волонтеры отправляют скрины своих заявок, сообщения, чтобы мы могли от имени сообщества с ними общаться и напрямую выходить с ними на страничку ВКонтакте. И четвертая такая интерактивная фишечка, они ставят плюсики в комментарии, чтобы они видели, кто вообще подает, может, какие-то знакомые, друзья, это вызывает интерес, условно. И желание присоединиться к этому сообществу, комьюнити такому, влиться в него. И все, и ждать заявки, и ждать отбор. У нас за 3-4 дня происходит отбор, мы всем высылаем письма одобрения, мы высылаем письма попадания в резерв. На тот случай, когда у нас основной состав по тем или иным причинам не сможет присутствовать на мероприятиях. Обалдеть, какая огромная работа проделывается. Ну что, так что все желающие, кто хочет поучаствовать, влиться в такую большую, яркую, интересную семью, поучаствовать в мероприятиях. Да, а в будущей программе, опять-таки, мы расскажем о дополнительных возможностях, да, куда можно съездить, с кем пообщаться. Это иностранные какие-то знакомства интересные, обмен опытом, очень классно все. В будущих сериях, я так надеюсь, обязательно. Да, что мы об этом все-таки расскажем. Да, сегодня мы говорили о спортивном волонтерстве, о проекте, о команде проекта «Мы спортим». В гостях у нас была Евгения Куликова, Владислав Корюгин, Артем Волковский и Павел Ананин. Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо. До успехов. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Доброго. С верой в спорт.